5 апреля состоится премьера совместной программы джазовой вокалистки Ульяны Пережогиной «Fade in Project. Электрические сны». И сегодня Ульяна Пережогина у нас в гостях. Здравствуйте, Ульяна. Доброе утро. Я так рада вас видеть. Ульяна, все рады видеть вас в первую очередь. Спасибо. Что у вас в руках? Покажите, что это. Это такая рулька. Рулька. Рулька для вас. Большой сувенир от меня. С автографом. Тамир, помогай. Так. Это афиша концерта. Какая красота. Fade in Project — это такая группа, да, я так понимаю? Fade in Project — это проект, который в себе собрал нескольких музыкантов из разных музыкальных миров, стилей, джаз, фьюжн, поп. И Ульяна Пережогина будет солировать. Да, я буду петь. Вместе с этими музыкантами, многих очень хорошо уже знают в нашем городе, джазовая публика, по крайней мере, точно знает. Игорь Борискин, барабанщик, Станислав Бернштейн, басист-контрабасист. Да, и вот мы вместе эту программу под названием «Электрические сны» представим в Международный день птиц 5 апреля. Прекрасно это звучит. А в чем главная изюминка будет? Главная изюминка в том, что экспериментальность этого концерта заключается в объединение живого и электронного, и неживого, и электронного. Это сэмплы, это звуковые фильтры, это игра диджея. То есть, но это не заготовленное что-то, знаете, как под минусовки, например. Это в режиме онлайн на сцене будут происходить какие-то космические звуки чудесные. Но, в общем-то и целом, это... Ульяна, зачем мы будем рассказывать, когда мы имеем возможность увидеть пробник и послушать? Об этом сложно говорить, конечно, это нужно слушать. Мы готовы. Нужно прийти. Музыка сейчас пойдет. Дайте нам космосом утро. Я хочу сказать, что сейчас я исполню песню «Прятки» с альбома «Астробиология», но на концерте мы ее сыграем с музыкантами совершенно в другом виде. А эта версия принадлежит мне и Евгению Бордюже. То есть у нас был альбом совместный. Вот сейчас я с удовольствием ее исполню. Я знаю, что у этой песни есть уже поклонники. Но для всех, кто любит эту песню и кто никогда ее не слышал, приходите 5 апреля, и вы услышите нечто необыкновенное. Мы готовы наслаждаться. Прятки. Где-то там, где-то там, где вокруг песок поднимается к небу. Пронесусь, пронесусь очень далеко и стремительным ветром. Тебя напоит водой, словно из ниоткуда. Здравствуй. Давай играть в прятки. Здравствуй. Считай без оглядки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Течет одна издалека. Там
вспышки ярких грез орошает планету. Принесет, принесет ветер капли роз не с тобою, а где-то. И окуни в моё лоно. Мы потанцевали. И пустыня твоя расцветет внутри, распушатся бутоны. Зачаровали невероятно, просто браво. Спасибо. Бутоны распушились. Мы поиграли в прятки даже, вышли уже из прятков. Спасибо большое, Ульяна. У нас в гостях была певица Ульяна Пережогина.